Добрый вечер всем. Здравствуйте. Ну что, 219 участников. У нас сегодня начинается «Золотая тыква». Я надеюсь, что сегодня вам будет как минимум интересно, как максимум полезно. И мы с вами начинаем. Знаете, я когда готовила, так как работа для меня новая, хоть она и лежит на старых дрожжах, а я подумала вот о чем. Сейчас, возможно, я вас насмешу немножко. Знаете, бывают такие модные буклеты или, например, напечатанные меню. Это я когда, видимо, ночью работала над буфетом, я это тоже еще раз подумала. Ты берешь в руки этот буклет или этот журнал, или это меню, а там очень-очень бледно, красиво. Ну, как правило, это такого благородного шоколадного цвета с чем-нибудь немножко золотым, да, но очень тонкий шрифт и очень бледно, но выглядит дорого. Как, значит, смотрите, когда вы получаете в руки, вот представьте себе, что у вас в руках визитка такая, да, или такое меню, или такой буклет, или такое, в общем, какая-то типографская штука. Вот что мы обычно чувствуем, да, когда мы это вдруг видим? Вот мы раскрываем, там красиво, но читать неудобно, очень бледно, или очень мелко, или очень тонко, да, и нужно щуриться и присматривать, чтобы прочитать. Вот представьте себе, что у нас сейчас с вами в руках такой буклетик, такая бумажка, да, вот она... Да подождите, чуть не ругайте дизайнеров, да, это не про кого-то там, кто это сделал, да, а про себя, что мы чувствуем, да, когда вот это, досаду, злость, раздражение, хорошо, досаду, и при этом стыд, что не справ... Вот, Оль, а скажите-ка, пожалуйста, поподробнее про этот стыд. Не по карману, наверное, проверять неудобно. Раздражение, напряжение, да, разочарование, красивый, но где моя лупа? Отказываюсь от попыток прочитать. Вот, Антонина, вы говорите о том, что вы делаете, а что вы чувствуете, да? Думаю, недостойно прочтения. Люб, это вы думаете, а что вы чувствуете, да? Вот нельзя чувствовать что, можно думать что, а чувствовать можно вот досаду, злость, раздражение, да, стыд. Вот почему стыд? Почему? Ну-ка, давайте-ка, смотрите, мы сейчас с вами в нужном месте находимся. Почему стыд? Что о нас не подумали? Раздражение, снисходительное желание научить их как надо. Так, хорошо. Почему стыд? А, да, кто, что совсем нужно справляться? Или, например, да, надо соответствовать. Вот куда ты со свиным рылом в калашный ряд? Люди, наверное, больше тебя чуть понимают, да. Но читать неудобно, но читать неудобно. Оно все красивое, не знаю, там золотые буквы на шоколадном фоне или на темно-синем фоне. То есть все про люкс, но читать неудобно. Нужна лупа, очки, нужно слеповато приблизиться к свету, да, вот какие-то такие вещи. И вот это вот ощущение, да, вот которое вы очень точно уловили. Не только досада, не только раздражение, небольшого стыда, вот, ну, так положено, вот наконец-то тебе дали что-то стоящее или там дорогостоящее, а ты даже прочитать не можешь. Наверное, нормальным людям-то легко читается, а ты тут один как дурак стоишь с этим. Вот это вот, да, чуть-чуть, вот чуть-чуть. Смотрите, я хочу вам сказать вот что, что... Я когда думала над этой темой, у меня было, вот, Женя, вы в точку. Так это же я издатель этого меню. А ну-ка, давайте про это поговорим. Вот у меня было ощущение, да, что мы как будто бы стесняемся, ну уж не жирным шрифтом написать, но сказать, что вообще-то мы здесь есть. Свиная рулька на этом столе стоит там... 1500 рублей, 15 евро, условно говоря, там еще что-то, да, вот, а бокал хорошего вина или дешевого вина стоит столько. Мы как будто бы все время недостаточно проявляемся, потому что, а вдруг будет некрасиво или дешево.
Понимаете, вот давайте мы с вами будем учиться не быть таким бледным шрифтом. Понимаете, вот это вот очень важно. Да, я когда вот складывала и складывала, обычно через метафоры работаю, у меня не выходило из головы вот это вот ощущение стыда, досады, раздражения и даже немножечко смешно, да, что ты сидишь там такой весь красивый в ресторане, да, а меню хочется выкинуть, я скажу, дайте мне нормальное что-нибудь. Принесите мне хлеба, условно говоря, да, понимаете? Вот это вот есть такой бледный шрифт. Поздравляю вас, поздравляю, уважаемые бледные шрифты на дорогом меню. Вот эта вот история, что если я не буду бледным, и меня можно будет нормально читать, то меню не будет выглядеть так дорого, и тогда я не буду соответствовать, и тогда меня сошлют в какую-нибудь забегаловку. Или же, да, если я буду, соответственно, как-то проявлять себя погромче, поярче и так далее, то, наверное, я уже не буду таким меню. Наверное, другие люди будут брать меня в руки и будут говорить: «Господи, что это такое?» и так далее. Вот понимаете, вот здесь вот я хочу нормальную человеческую котлету. Вот давайте мы с вами будем про нормальные человеческие котлеты. Признаемся, наконец-то, что мы хотим, чтобы в меню была котлета, условно говоря, да, можете сами представить, что вы хотите, чтобы там было. И чтобы про эту котлету было нормально, без затруднений прочесть, да? Вот мы с вами не котлеты и не отсутствие котлет, мы с вами тот самый бледный шрифт, тонкий-тонкий, бледно-бледно-серый, как будто бы нас и нету. Понимаете, вот здесь, наверное, такая история. Понимаете, вот здесь, наверное, такая же. Ой, Аня, поздравляю вас как специалист. Ну, наконец-то, смотрите, да, не зря ко мне вот это вот, значит, приплыла, откуда ни возьмись. Я долго думаю, что это вот, я никак не могу отвязаться. Но меня учили, не можешь отвязаться, значит, там много чего есть. Понятно, да? Вот это вот, это же известный дизайнер. Жак-Жак де Блюйот. Спасибо большое. Люблю, значит, групповые работы за целые сундуки с афоризмами. Конечно. Конечно, да, и не просто, вот я, значит, мне водички, пожалуйста. Вот что бывает, когда к тебе приходит официант, а ты, значит, подслеповато щуришься в меню, да, а все вроде сидят, и всем вроде нормально, и тебе говорят, что ты хочешь, что, чего изволите, а ты говоришь, мне водички, пожалуйста, что там написано, непонятно. Да еще по-французски. Угу. Бледный шрифт на чужом празднике жизни. А вдруг я не так... Конечно, конечно. Вы знаете, я уверена, что в качестве бледного шрифта вы, несомненно, хороши. Понимаете, тонкие, изысканные и так далее. Но, черт побери, вас должно быть удобно прочитать. Понимаете, вот эта вот история про это. Нет, Наташа, это не так это работает, да, бледное меню, значит, меня раздражает, что мне как прочесть. Это скорее про то, что, значит, вы боитесь быть проявленной, да. Я вот говорю очень простые вещи, но если бы я сказала без этого меню, вы боитесь быть проявленными, да, я думаю, что вы бы меня не услышали. Но вот это очень наглядная штука. Все красиво, все хорошо, дизайнера привлекли какого-то. Ну, блин, нечитабельно. Понимаете? Бледный шрифт – это может быть про гордыню. Знаете, нам с вами, честно скажу, не важно, про что это. Я вас туда не пущу, потому что мы тогда будем превратимся в группу «Мама и мои отношения» и просидим здесь до Нового года. Нам это не нужно. Поэтому про что это не важно. Нам важно, чтобы шрифт оставался красивым, но стал удобно читаемым, стал читабельным. Давайте скажем, это не изысканное слово. Понимаете? Поэтому это очень важно. Это очень важно. Даже неловко теперь вам предлагать работать с тыквами. Вы такое изысканное меню, что у вас грубая такая
толстая, не побоюсь этого слова, тяжелая тыква, даже как неловко предлагать, ой, неловко предлагать. Но тем не менее, да, мы туда и пойдем, да, да на здоровье. Я очень-очень рада, что эта, значит, привязавшаяся ко мне штука, она сработала. Я не знала, она сработает или нет, но она сработала, да. Хорошо, тихо, бледно, изысканно, точно, да, немножко по-сиротски, но зато никто не сможет нас упрекнуть в дурном вкусе, правда ведь? Правда ведь? А если нас как будто бы и вообще нет, есть только намеки. Есть только намеки. Мы как будто вот нас нету, а есть такой намек на нас, то какие предъявы, господа? Никто не сможет. И опять же, да, я сейчас вас здесь хотела бы удержать от того, чтобы вы не пошли нас спрашивать, а почему, а как с этим работать, да, вот, а вот почему я боюсь предъяв, а давайте работать над страхом ошибок. Это все сейчас не важно, да, это все, с этим вы можете работать у своего психолога, условно говоря, на каких-нибудь еще, но нам важно сейчас пойти дальше и еще больше огрубить. Давайте-ка мы, да, будут записи эфира. Угу. Смешно. Ну что, уважаемые дефлопе, смотрите, как у нас прекрасно. Давайте-ка мы будем сейчас с вами превращаться в тыкву. Приглашаю вас в эту занимательную, значит, метафору превращения в тыкву. Нам это очень нужно. А еще больше читаем, как набегу, там у меня столько еды нету. Да, вот прямо как все сложно. Правда сложно. Да, правда сложно. То зачем мне важен бледный шрифт? Какие знаете сюжеты про тыквы? Моя надежда на то, что это займет полтора часа, не оправдалась. Два часа просидим как миленькие, потому что только, как это сказать, раскочегарились. Хорошо, тебя ж читать не важно. Скажет, это что у тебя за засечки? Убери их немедленно. Кич какой-то. Это что, все, что я знаю про шрифты, то, что они бывают с засечками и без. Хорошо, сюжеты про тыквы. Друзья, уважаемые бледные шрифты, приглашаю вас на грубое земледельческое поле. Тыква. Сюжеты. Золушка и тыква, Золушка и карета, отказ жениху. Что это за сюжет такой? Расскажите, ага, пожалуйста, поподробнее, да? Золушка, 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 Хэллоуин, прекрасно, да, карета в нее превратилась, тыква – символ процветания на Востоке, не знала, но это берем тоже, это очень важно. Про Гарри Поттера Вика не знаю, что это такое. Да, но у нас, смотрите, какая история. Слушайте, я это кто до сих пор сидит вот с этим ощущением себя как бледного шрифта, отвлекитесь. Вы потом, значит, по этому поводу побоитесь, да, сейчас нам надо работать. Хорошо. Да, дача их выращивания, пантеква из чиполлино, бедный домик по кирпичику строила, горбуз. Девушки неудачливого жениху, то есть, смотрите, американская история придумал, воплотил миллионер. Вот все хвастаются, кто чем вырастил. Вкусные манты. Мира, я просила не рецепты, а сюжеты. Манты – это, конечно, хороший сюжет. Хорошо, смотрите, какая история, да. Во-первых, тыкву сложно не заметить. Она тяжелая, она большая. Как правило, она может быть маленькой, но она все равно весомая, да. Она что-то весит. И мы с вами сейчас пойдем вот сюда. Во-первых, самая, конечно, большая ассоциация, самая частотная ассоциация про тыкву – это про Золушку. И это про Золушку. И давайте мы немножечко об этом поговорим. Нам с вами все сюжеты годятся. Мы с вами, значит, несмотря на то, что мы в душе бледное меню, мы с вами нынче всеядные, нам все годится в работу. Поэтому давайте начнем с того, что до того, как развивался сюжет про фею, про крестную, про бал и так далее, Золушка долго жила за печкой. Полина, вы говорите, тыква какая-то простонародная, как картошка. Я хочу сказать, что когда я нахожусь рядом с очень стройными, тоненькими, белокожими, очень красивыми, такими прозрачными женщинами, я себя вообще чувствую как свекла. Правда. Мне кажется, что у меня нос и так курнос, и вообще становится тоже картошкой. Поэтому это нам сейчас это с вами очень нужно. Понимаете, все вот эти ассоциации с чем-то простым,
с чем-то, что питает, с чем-то, что не выглядит как бледный шрифт, очень-очень целебно и полезно, да, вот. Поэтому Золушка очень долго жила за печкой, да, давайте чуть-чуть вам порассказываю сказку. И если бы в ее жизни не случилось феи, там есть, значит, своя история про Золушку, про ее жизнь за печкой, про то, что она все равно готовилась к балу, все равно танцевала, мы это на «Звездных войнах» обычно обсуждаем про женскую конкуренцию, когда говорим, да, но у меня к вам вопрос на засыпку. Скажите мне, пожалуйста, да, что делала Золушка, чтобы попасть на бал? Вот прямо сделала. Где по сказке она встретилась с феей? По-моему, она встретилась с феей, да, в огороде, где-то в огороде, да, ну, что-то делала. Вот, и смотрите, дальше, значит, она сделала то, что ей сказала фея, и так далее. Но на самом деле вот этот вот сюжет делится и бьется всем, кто сейчас уходит. До свидания. Завтра мы вышлем запись и досмотрим, потому что я знаю, что нас смотрит Сибирь, и сейчас там уже очень поздно. Значит, смотрите, какая история. Я думаю, да, что если бы Золушка вела себя следующим образом, то она бы никогда не попала на бал. Например, она бы не поддерживала отношения с феей, она бы все время сравнивала тыкву с каретой, то есть она бы говорила, ну это же тыква, какая жизнь у нее может получиться карета? Вот карета – это карета, да? Она бы не выходила из-за печки, она бы, несмотря на то, что, да, она была в родной семье, там по сказке она родная дочь своего отца, да, тем не менее ей приходилось играть роль такого нелюбимого, неродного ребенка. Скажите мне, пожалуйста, да, она платье сама пошила, она с метлой танцевала, и вообще танцевала, и так далее, да? Скажите, пожалуйста, что вы не делаете, да, из этих вещей? Не несете тыкву с огорода, может быть, вы не выходите из-за печки, может быть, вы все время сравниваете карету с тыквой, может быть, вы ссоритесь с феей, мы сейчас, нам не важно сейчас, кто такая фея в вашей жизни, да, или что это такое, да, может быть, вы ведете себя в родной семье, как подкидыш, что вы делаете, как вы думаете? Мы сейчас на метафорическом уровне работаем, да, мы потом будем это обсуждать и рассматривать. Я сравниваю карету с тыквой, не поддерживаю отношения с феей, не верю в волшебство. Нелли, а вот смотрите, вы не верите в волшебство, а как это проявляется? Через какие действия, да, чего вы делаете, чего вы не делаете, не веря в волшебство? Как это на не символическом, а реалистическом уровне проявляется? Нужна карета, а не тыква, которая уже есть. Сравню карету с тыквой, рву отношения, выхожу из-за печки, не сажусь в карету. Ага, стесняюсь своего платья, да, окей. Если бы все-таки ваша тыква превратилась в карету, то куда бы вы на ней поехали, как вы думаете? А, конечно, совершенно верно, я смущаюсь феей, это называется нетворкинг. Ну и смущаемся, и тяготимся, и в принципе это нормально, скажу вам по секрету, потому что нынешние требования к плетению социальных сетей дико непомерны и годятся, по-моему, только для психов, которые все время готовы общаться. Куда бы вы поехали? Куда бы вы поехали? А, окей, да, куда бы вы хотели попасть? Что вы хотите на самом деле? Что, теперь не метафоры, чего хотите на самом деле? На бал, на море, на курорт, там еще что-то. Что такое ваш бал? Не метафоры, пожалуйста, что вы хотите? Теперь не про метафоры, да, на море и на горы, кататься к морю, в другое королевство, в Доминикану или Барселону, в лес или на речку, да, вижу, Наташа проуговаривает в Германию или Испанию, да. Хорошо, а теперь представьте себе это теперь как транспорт, который привезет вас к другой идентичности. Как вы хотите называться, да, когда вы приедете в этой карете туда, куда вам нужно? Работаем как сможем, да, кто-то через метафору, кто-то через какие-то конкретные вещи. Вот, да, потихонечку пошло переехать в Австралию, реализоваться как внешний консультант. Здоровую, обеспеченную жизнь. Куда бы вы поехали? Да, как бы вы... Это сложный вопрос, и на него невозможно быстро очень ответить, если этот ответ не готов. Но это вопрос, о котором вы сможете думать. Хочу называться эксперт, но какой и в чем? Даш, рано еще называться эксперт.
А потому что возраст экспертизы – это возраст от 55 до 70. Да, вы можете называться ведущим специалистом, если вам 45 или 50. Ну, если вы, конечно, не потратили на это всю свою жизнь, да, на какое-то одно дело. Хорошо, да, куда бы вы поехали? Поэтому это вот к вопросу, невозможно быстро стать экспертом. Угу. Вижу, королев золотой тыквы. Полина, а конкретнее? Да? Если не идет конкретнее, то не надо. Не надо. Сейчас у нас здесь сумбур, и это нормально. А теперь представьте себе, что тыква у вас в руках. Тыква у вас в руках. Золотая или не золотая, нам сейчас не важно. Представьте себе, что вы ее держите в руках. Опишите, что вы чувствуете руками. У нас сейчас уже такое вот здесь наваленная куча всего, да, но, значит, нам с вами задача номер один, значит, чуть-чуть поярче буквы, да, это очень важно для нас. Ваша тыква в руках. Ай, хотите быть экспертом, возраст экспертом. Понятно, все хотят быть экспертами. Хорошо. Уверенную тяжесть, да, что вы чувствуете? Оль, что она растет, вы можете видеть. Вот тыква в руках. Если тыкву не срывать, нафига вам тогда поле с золотыми тыквами, да, если вы ими только любуетесь? Это тоже очень важно. И их надо взять в руки. А вы берете в руки тыкву, и что вы чувствуете? Да? Вы можете чувствовать, что она нагрета на солнце, или что она холодная, потому что лежала в погребе, что у нее бледно-желтая толстая шкура, или что она такая золотистая и такая оранжевая, потому что тыквы бывают разных сортов. Лен, уверенность и азарт вы потом будете чувствовать. А что вы чувствуете, когда ощущаете руками? Да, руками нельзя ощущать уверенность и азарт. А руками что ощущаете? Да? Гладкость, тяжесть, тяжелая, большая, тяжесть, объем, гордость. Ощущаете что? Что вы все время, вот знаете, с чем сталкиваюсь все время? Кажется, что надо все время плавать в высоких материях, да, и, значит, чувствовать гармонию или... значит, гармонию с собой или уверенность или еще что-то, да это нифига. Нам можно чувствовать запах, нам можно чувствовать тяжесть, да, этих золотых тыкв, нам можно чувствовать что-то. Мы сейчас к ней чуть-чуть примирились, да. Хорошо. И представьте себе, пожалуйста, да, да подождите, вы пора подрастить, отстаньте пока. У вас есть тыква. Как вы думаете, если ее спросить? Представьте себе, что это тыква говорящая. Отчего твоя хозяйка или твой хозяин не делает, чтобы тебе хорошо рослось, чтобы из тебя варили кашу или делали какие-то другие блюда, чтобы тебя возили на выставку тыкв? Теперь ваша тыква пожалуется на вас сюда. Давайте дадим ей слово. Что она скажет? На что она наябедничает? Поподробнее, пожалуйста. Тыква ничего не символизирует. Да, мы сейчас вообще с тыквой вообще разговариваем, как сумасшедшие. Играем мы играем. Если дать ей слово, если вы от имени тыквы поговорите. Вижу, тыквы жалуются. Кто будет смотреть в записи, я просто устала читать вслух, но немножко почитаю, да. Не хватает времени поливать, не понимает, что я выросла, не удобряет, не холит или не леет, потому что я простая и грубая, даже о себе не думает, а уж обо мне. Хозяйка боится, растеряла свою дерзость и спонтанность, слишком часто отвлекается, не считает меня кому-то нужной. Да, кривовато я немножко, сказала мне тыква. Ань, на хозяйку жалуемся, а не занимаемся самокритикой. Давайте вот ваша тыква сейчас мимо вас нажалуются здесь, правда, на вас. Не знает, где лик. Ага, понятно, понятно. А теперь представьте себе, вот мы тут говорили про экспертов, про специалистов. Представьте себе, что тыква – это эксперт по вам и специалист по вашим истинным желаниям. Вот как вы думаете, да, вот если бы мы сейчас с вашей тыквой сплетничали про вас, то что бы она сказала, чего вы на самом деле на этом этапе своей жизни хотите по-настоящему? Друзья, это очень сложный и интимный вопрос. Вот я вам рекомендую его записать, но на него пока не отвечать. Давайте запишем. Тыква как специалист, да, по истинным желаниям, что обо мне знает, чего я на самом деле хочу. Я вас очень прошу сейчас воздержаться от ответов на этот вопрос, потому что это очень большой вопрос,
который, ну, я не знаю, на него там годами, да, мы можем отвечать, и по-разному. Я думаю, что невозможно ответить на него как-то однозначно, если только вы не очень сильно устали и выгорели. Тогда, да, вы можете ответить как-то однозначно. Но на самом деле такой вопрос. Что на самом деле, да, на самом деле хочет сейчас хозяйка, да, или хозяин? Хорошо. Вот нам с вами очень важно это запомнить, чтобы потом не упускать это из виду, потому что, значит, если вы хотите, вот как Лиза, вы пишете крупным денег, да, то это обязательно нужно учитывать, очень важно, да. Что на самом деле хочет хозяйка? Что на самом деле хочет хозяйка? Теперь следующий вопрос. Да, признание денег. Отдохнуть, замедлить темп. Значит, смотрите, эта история не про то, что вы пришли поговорить про карьеру и про деньги, а на самом деле оказалось, что все, что вам нужно, это только выспаться. Так иногда бывает. Но то, что вам нужно выспаться, мы должны обязательно учитывать, вы должны обязательно учитывать, когда вы будете строить планы. И мы сейчас с вами, да, не будем, конечно, там говорить, как какие-то там, значит, менеджмент каких-то своих планов не будем строить, здесь еще рано, но вот эта вот история, она должна вами учитываться. Хозяйка никогда не признается, что она приземленная и меркантильная. Знаете, Кристина, вы говорите очень важные вещи, потому что мы называем приземленностью и меркантильностью, когда мы думаем, черт побери, просто о том, что нам хочется есть, нам хочется спать, нам хочется комфорта, нам хочется больше денег. Это не меркантильность и приземленность. Это неудовлетворенность вот нижних уровней пирамиды Маслоу, если уж говорить психологическим языком. У нас здесь правда провал. У нас здесь правда провал. И многие из вас будут работать на этом уровне. В этом нет ничего стыдного, понимаете? Это очень-очень важные вещи. Очень важные вещи. А теперь, да, давайте мы с вами представим, что все-таки эта тыква, она со временем превратилась в карету и довезла вас туда, куда нужно, через 5 лет. Да, через 5 лет. Довезла вас туда, куда нужно, через 5 лет. Я сейчас не буду спрашивать, как вы хотите, кем вы хотите называться, когда вы вырастете. Да? Давайте мы с вами поговорим только об одной штуке. Чего там нету в этом месте и в этом времени из того, что вас мучает сейчас? Понимаете, сложный, наверное, вопрос задала. Поняли ли вы меня? Да? Представьте себе, мы сейчас протягиваем отсюда ниточку в 2024 год, через 5 лет. Представьте себе, что все это время, да, вы с помощью этой тыквы, как в карете, ехали, да, возьмем снова сказочный сюжет, вернемся к нему, и приехали туда, куда вам нужно. Что бы вы хотели, чтобы чего не было из того, что вас мучает, да, сейчас, через 5 лет? Я вышла из этой кареты через 5 лет, из условной, да, из сказочной, и я чувствую, что я наконец-то, ну, условно говоря, могу не торопиться. Или, например, я могу позволить себе там купить что-то, потратить деньги на что-то. Или нет, например, тревоги. Хорошо, вот что вас сопровождает каждый день вашей жизни, да, и от чего вы очень устали, хотели бы избавиться? Нет бедности, нет долгов, нет уныния, тоски, печали, страха и бледного шрифта. Я понимаю, что сложно. Простите, что, может быть, это правда очень сложный вопрос. Обычно спрашивают, что бы вы хотели, чтобы там было, но вот это большая работа, да, потому что это складывается как по кирпичику. А чего бы хотели, чтобы там не было? Хорошо, вижу, Стелла, вижу. Мы сейчас немножко щупаем, да, вот эту вот вашу нужду, вот эту самую главную. Хорошо, и напоследок, да, мы сейчас будем уже заканчивать, 3 очень важных вопроса. Значит, в записи нет чата, да, он технически вырезается, запись будет,
И поэтому я вам очень рекомендую скопировать свои ответы куда-нибудь себе в файл или записать их на листочке. Это очень важно. Угу. Вижу Галя, вижу, все вижу, читать просто вслух не успеваю. А давайте-ка мы вот что с вами сделаем. И три вопроса, очень важных вопроса, такие предпоследний блок работы. Первое. Для того, чтобы моя тыква стала золотой, для того, чтобы моя тыква стала золотой, ребята, я вижу все ваши ответы. Я вижу. Просто не успеваю читать вслух. Не беспокойтесь, пожалуйста, все читаю. А чтобы моя тыква стала золотой, запишите этот кусочек фразы. Вижу, Лена, про масштабы страны тоже вижу, и про эту тревогу знаю по себе, конечно. Это реальность, которую нужно обязательно учитывать. Для того, чтобы моя тыква стала золотой, кусочек этот запишите, пожалуйста, да, и сюда киньте. Мира, простите, что я не ответила вам вопрос про результаты труда и идентичность, потому что это как бы сама вот эта тяжелая тыква, да, это наш самый рабочий символ, самый рабочий инструмент. Для того, чтобы моя тыква стала золотой, сейчас мы запишем три вопроса, и вы на них будете отвечать самостоятельно, потому что это сложные вопросы. На них не годятся быстрые ответы. Вы можете знать эти ответы, но я вас уверяю, что это вопросы большие, они глобальные. Для того, чтобы моя тыква стала золотой, я готов или я готова ради этого делать. Дальше у нас с вами место для того, чтобы вы написали, что вы готовы делать. Значит, я готова ради этого делать. И дальше перечень, что вы готовы делать. Если у кого-то есть ответ сейчас, да, напишите его. Но этот вопросик нужно унести с собой в мешочке, потому что он очень важный. Для того, чтобы моя тыква стала золотой, я готова ради этого, да, я готова ради этого что-то делать. Вот что делать, нужно будет ответить. Ну, условно говоря, да, для того, чтобы моя тыква стала золотой, вот сейчас, да, у меня стоят следующие профессиональные задачи. Я готова ездить на международные конференции, хотя я не понимаю английскую речь хорошо, и плохо тоже понимаю, очень плохо. Вот. И тем не менее, через вот это непонимание привыкать, да, и в частности начинать думать в сторону каких-то научных трудов. Вот мне не очень это хочется делать, но я готова это делать, потому что это дальнейший шаг в профессию. Да? Зачем вы тут это повторяете? Мария, мы не задаем вопросы к тому, что делают другие люди. Да? Вы можете это делать. Значит, Наташа, вы говорите, пахать, учиться, завоевать авторитет и место под профессиональным солнцем. Это все звучит красиво, но это очень неконкретно. Вот, понимаете, ради того, чтобы моя тыква стала золотой, я готов делать, у вас должно быть поставлено двоеточие, а потом вы можете писать про это столько, сколько вам вздумается. Я же, вот помните, говорила, что это вопрос, на который сейчас прям не нужно отвечать. Значит, разделать огород – это тоже очень, значит, это, конечно, прекрасная метафора, но смотрите, друзья, я уверена, что у вас есть конкретные какие-то вещи, которые вы ради этого готовы делать. Вот рискнуть там еще что-то, это тоже очень общо. Очень общо. Значит, я думаю, что, не знаю, там какой-то список вы себе напишите. Следующий вопрос, да, по самоисследованию. Я не готов ради золотой тыквы, я не готова ради золотой тыквы на следующее. Делать новые непонятные страшные вещи. Господи, значит, звучит как в фильме ужасов. Значит, я думаю, что вы это распишете. Это вопросы для самоисследования. Для того, чтобы моя... Следующий вопрос, друзья, внимание, следующий вопрос. Я не готов ради того, чтобы моя тыква стала золотой, делать что-то. Я не готова, это заготовки, да, которые вы унесете в клювике, и на них нужно отвечать самому себе.
потому что это вопросы к самим себе. Менять себя, приступать закон, слушайте, но это все общее, да? Вам никто не предлагает пока, наверное, приступать закон. Я думаю, что вот условно говоря, там я не готова ради того, чтобы моя тыква стала золотой, снова там, не знаю, там жить в Москве, например. Не готова, ни в какую, я там теряю все свое здоровье. Вот очень конкретные вещи. Ребят, мы с вами не в империях витаем, мы с вами начинаем работать над совершенно конкретными вещами. Я вот не готова регулярно рассказать. Отлично. Вот когда вы про себя знаете эти вещи, вам будет легче. Я не готова убиться в хлам. Значит, Ань, тогда вот дальше вы для себя расшифровываете вот этот ответ. Я не готова убиться в хлам. Что такое, да, что вы делаете для того, чтобы убиваться в хлам? Обычно как это выглядит этот хлам, да, условно говоря? Как ваша жизнь к этому подводит? Ну, например, вы начинаете там или там перестаете отказывать всем, кто хочет к вам записаться, да, и, или, например, работаете на тех начальников, от которых вам тошно, ну, например, какие-то такие вещи. Понимаете, мы с вами говорим о конкретике, о конкретике. Вот, вот оно пошло, да. Я не готова ради золотой тыквы на истощение, на одиночество, жертвовать здоровьем, работать на дядю, не готова работать по выходным, тупить целыми днями в Facebook. То есть, понимаете, нам нужно конкретно ходить в офис, унижаться и позволять топтаться, да, то есть работать с кем бы ты, с кем попало. А, вам предлагают, поняла, это тогда пардон, да, извините, пожалуйста, я не знала. Вы, наверное, юрист, обычно юристом, не могу сказать, не готовы снова жить на энергетических напитках, не готовы снова работать в офисе с 9 до 6, я не готова вернуться в Москву. Я, например, сейчас заканчиваю курс элемента психодрамы. Это то, что делает мою тыкву золотую. Это бесконечно прекрасный инструмент, да еще учиться у самой Екатерины Львовны Михайловой, это, конечно, просто счастье. На самом деле большое профессиональное и человеческое счастье. И вот ради этого я готова была ездить в Москву каждые 3 недели. Вот сейчас, сегодня снова поеду, предпоследний у нас блок. Ради этого готова. А вот вернуться не готова, понимаете, потому что, конечно, думаешь, господи, какая там учеба, хоть каждый день ходи учись, так хочется, но нет. Понимаете, это очень важно, очень важно, очень важно. Следующее, и следующий вопрос, очень важно. Даже ради золотой тыквы, да, я, на что я не готов, даже ради золотой тыквы. Кажется, что совпадает с предыдущим вопросом, но это еще более жесткие условия. На что я не готов даже ради золотой тыквы? На что я не готов даже ради золотой тыквы? Вот, да. Когда вы спрашиваете, как продвигаться в сетях, и когда у вас здесь такое ограничение стоит, я не готова безгранично общаться в соцсетях и суперактивно вести сообщество, вот это очень здорово, что вы это учитываете, да, поэтому это очень важно. Даже ради золотой тыквы я не готов, а вот здесь уже, да, а ответьте сами себе на этот вопрос, в чем разница? Даже ради золотой тыквы я не готова, ну, например, я не готова работать даже ради золотой тыквы с определенными людьми, я не готова учиться, даже если на всем белом свете больше не будет ни одного человека, который преподает то, что мне нужно, кроме там каких-то людей, я все равно не пойду к ним учиться. Понимаете, вот какие-то такие вещи. Это вот уже, вот здесь уже у нас, значит, мы попадаем с вами в то поле, где у нас система ценностей. Понимаете, да, почему эти три вопроса, они не требуют немедленного ответа, они очень важные и очень большие. Да, я готова ради того, чтобы моя тыква стала золотой, ради золотой тыквы я готов на вот это, я не готов на вот это, и даже если вот у меня не будет никаких больше шансов сделать мою тыкву золотой, я все равно не буду вот это делать, понимаете? Вот это вот история. Вот, да, пожалуйста, врать, предавать себя, свои ценности близких. Лен, склоняю вас к большей конкретике, да, поэтому здесь эта история, это понятно, что действительно, да, а если там, вот эти вопросы вы должны себе задавать очень, они очень важны. Очень важно. Вот, да, смотрите, друзья, нам с вами маленькие ответы сейчас
гораздо важнее, чем большие. Они гораздо конкретнее. Например, Оль, вот вы пишете, быть все время на связи и отвечать по телефону в любое время суток. Да, или там, как Полина, вы пишете, что я не готова стать экстравертом там, и круглосуточно вести профессиональные сообщества или какие-то там сообщества. Вот понимаете, друзья, когда мы сейчас находимся с вами на том поле, где вы говорите о вещах, которые вас разрушают, о вещах, которыми вы не хотите жертвовать даже ради золотой тыквы. Знать про себя это крайне важно. Здесь, вот имея эти три вопроса, я вас уверяю, да, имея эти три вопроса, на что я готов, к чему я, на что я не готов, и на что я не готов даже ради этого, вы получите, да, какую-то картину, да, как вам двигаться, куда вам двигаться, куда вам ни в коем случае нельзя двигаться и так далее. Но у нас тут два не готовы, Инна. У нас тут не готов, это когда про очень тяжело делать, например, ходить в офис, да, и это про ценности. У нас тут два про не готовы. Угу. Даже ради золотой тыквы не готовы писать на личные темы, да. Спасибо. Это то, что вам, это такие щупы, которые, ну, условно говоря, щупают почву, да, насколько она готова к тому, чтобы туда высаживать что-то. Понятно, да? Вы сейчас, у вас это будет много-много крутиться, много-много дней. Я вам обещаю, что эти вопросы, а это большие вопросы, да, потому что первый вопрос здесь тоже очень важен. Он подразумевает точечные усилия, направленные куда-то, куда вам нужно. Направленные куда-то, куда вам нужно. А знаете, Таня, мне кажется, что мы все там были, потому что я думаю, что мне как-то раз дочка моя сказала, она говорит, ты работала ради того, чтобы у нас просто вот ты не делала то, что я хочу, ну, например, не была там целыми днями со мной, потому что ты делала что-то ради того, чтобы я что-то могла, то есть зарабатывала просто тупо деньги на пропитание. Я думаю, что вы работали, когда у вас сын в больнице, не от хорошей жизни. Понимаете, это очень важно. Хорошо, и последние вопросы. Что вы сегодня поняли о себе? Что было важно? У нас 10 минут, мы с вами соблюдаем тайминг, все хорошо. Что было важным для вас и что было, может быть, неожиданным? Да, что вы поняли о себе? Куда не надо двигаться? Куда надо? Сейчас еще раз повторюсь, я недаром так горячо начала о том, что это правда требует систематического подхода, потому что, ну, вы же видите, что это не про продажи. Понимаете, это же история не про... это история про то, что продажи самого себя, просто голые, если их взять и повесить объявление, я, Иван Иванович, там, ремонтирую башмаки, да, они тоже не решают вопросы, да, не решают вопросы. Ну, вы можете написать это и повесить, но почему-то ведь не пишете, да. И помните, пожалуйста, у нас очень важная сегодня метафора произошла про бледный шрифт. Это очень важная метафора. Мы с тыквой будем работать, конечно же, как с рабочим инструментом, раз уж у нас... я просто думаю, что если бы я назвала мероприятие «бледный шрифт», то ко мне пришли бы совсем другие люди из издательского бизнеса, например. Вот. Но, тем не менее, эта метафора для нас тоже чертовски важна. Вы ее очень точно поймали. А точнее, я невнятно продаю. Знаете, вот мне так грустно вот про это. Знаете почему? Потому что есть вещи, к которым у нас нет таланта. Нет таланта. Потому что талант продавать, он проявляется очень рано. Он проявляется вообще в детстве. И если вы до сих пор не продавали, у вас, скорее всего, может быть, нет к этому склонности внутри, врожденной. И поэтому каждый акт продажи себя будет для вас насилием над собой. И здесь нужно заходить из другого места. Здесь нужно говорить про карьерные планы, здесь нужно говорить про планы развития, здесь нужно говорить про, вернее, не про карьерные, про профессиональные планы. Это большая тема. Я недаром сегодня начала с того, что эта тема, она, ну, правда большая. Это не потому, что я хочу вас заманить, значит, на курс, у меня и так в расписание не лезть. Это потому, что мне ужасно интересно работать с этой темой, не тупо через продажи.
Я-то сама продаю хорошо. Я все время там на какой-нибудь ярмарке вечно приплясываю. Но я не могу этому научить вас. Я не могу научить этому бесстрашию. Ну, не могу научить этой лихости, да, у которой есть внутри у каждого продавца. И не надо. Здесь ведь не важно, что вы не можете себя продать. Здесь важно ухватить вот то, не, даже не то, почему вы являетесь бледным шрифтом, а здесь, если возвращаться к этому интеллигентному сравнению, к этой метафоре, да, какой вы шрифт на самом деле, если вы не будете притворяться каким-то другим шрифтом, то какой вы шрифт? Вот тогда вас прочитают, понимаете? И у нас, значит, золотые тыквы будут в меню, или, может быть, вообще не тыквы, это не важно. Важно, что это будет написано вами, то есть это будет написано не кем-то, кем вы боитесь быть или кем вы не хотите на самом деле быть, а это будете настоящий вы, настоящее вы. Это очень, мне кажется, важно, понимаете? Здесь нам очень важно. Я так жалею людей, которые, значит, волокутся на вот все эти тренинги по продажам, а на самом деле им продавать, ну, плохо, и писать плохо. И это же не делает вас хуже, чем те, кто, кому продавать хорошо или там писать хорошо. Здесь действительно нужно искать некий инструмент, который бы скомпенсировал вот эти чужие конкурентные преимущества, понимаете? Потому что в эпоху социальных сетей, в эпоху того, что мы немедленно вбираем информацию, у нас скорее стоит вопрос, значит, в каком виде, как я должен быть, условно говоря, напечатан, да, в каком виде должна быть подана информация обо мне, что там должно быть сказано. И это вовсе не про... там не про личный бренд, еще не про что-то. Это, наверное, про некую понятность для самого себя, где нет насилия, да, где... это я, конечно, может быть, утопию какую-то рассказывать, но мне кажется, что там должен быть обязательно быть конкретный профессиональный план, который подразумевает вовсе не изменение состояния, не повышение самооценки, ничего-ничего, а вот просто конкретный, тупо профессиональный план, план развития. Это, например, в психологии, да, мы этим занимаемся супервизорами, но в большинстве профессий нет института супервизорства. Поэтому, да, у нас есть какие-то очень конкретные вещи. Поэтому я постараюсь, кто придет на золотую тыкву 10 июля, постараюсь сделать программу, которая будет 2/3 занимать, наверное, может быть, процентов 60 психологической работы и практических навыков. И, пожалуйста, я хочу, здесь мне нечем вас утешить, это длинная дорога. Это не решается мгновенно. Я тоже чувствую беспокойство, что я сразу не могу дать вам все эти ключи. Понимаете, мне тоже бы хотелось сказать вам, делай вот так, и все получится. Но я не знаю, как. Потому что если я скажу, делай так, то мы натыкаемся на внутренние ограничения ваши. И поэтому, мне кажется, здесь очень важно понять, условно говоря, какой я шрифт. Да, вот, да, и что должно быть написано в этом меню. Хорошо? Тогда, значит, вы завтра получите запись в течение дня. С кем-то мы завтра увидимся вживую, вот, с кем-то мы увидимся 10 июля. И я с вами прощаюсь, полетела делать свою тыкву золотой, учиться, потому что учеба у нас бесконечно интересная, и прям жалко, что она кончается. Будет, конечно. Мы онлайн, значит, нам не важно, онлайн или не онлайн. Будет, да, не только же мы онлайн существуем. Хорошо, спасибо вам большое.